И всем приветульки, красотульки! С вами Леон и Лис, и мы сегодня играем в Rust. Сонный, не видит вообще, замученный лев меня заставил насильственно играть в Rust. В общем, сегодня мы будем играть на нашей быстро сооруженной импровизированной арене. И мы будем противостоять друг другу, то есть Леон против Лиса. Играем до 5 очков. Есть, в общем, у нас получается несколько вот здесь укрытий, всякие интересные места, короче, чтобы поворачиваться. Короче, посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот здесь есть старт. Лис там нарисовал пипиську синюю, как вы видите. И есть еще один старт, откуда я буду начинать. Вот, и что ж... Без лишних слов мы начинаем. А, ну да, у нас в инвентаре, ребятки, вот такой вот, в общем, ассортимент боевой, скажем так, надо... Блин, жалко, слотов мало на самом деле. О, конь бегает. Конь бегает? Да. Нормально. Так. Я сейчас на коне приеду, понял? Оседлаю его. Так, здесь у нас еще три коллиматорки, и мы можем поставить их туда, куда хотим, собственно. Ну и, собственно, побежали. А, все, побежали, да? Да. А то я стою все это время на старте. И у нас, кстати, еще есть три ракеты, которые мы можем зарядить, куда захотим. О, самолет летит. А, ну там сейчас вот два самолета. Это ты саплай же кинул. Ну, да, типа. Я там саплай скидал сейчас. Дым исчезает, вот что самое странное. Ей... Куда ж ты можешь деться? Вот я просто знаю тебя, ты возьмешь сейчас куда-нибудь залезешь и будешь там отсиживаться, пока не увидишь меня и начнешь меня отстреливать. А я вот приверженец Квейка, просто вылетаю сразу, если вижу, сразу стреляю. Я тебе там накакал. Ты мне накакал? Откуда это ты накакал? Вот лисикаки найдешь, поймешь. Лисикаки. Где ты можешь быть? Вот я, если тебя сейчас найду... А что это с тобой сделал? Что? Нехорошие вещи. Да ладно. Самолеты летают. Где ты есть? Ты меня вообще видишь? Нет. Нет? А, блин! Теперь вижу. Блин, откуда ты выстрелил? Где? Где? Зараза. Ты, кстати, понял, что воду пересекать нельзя? Да, понял. Хай. Что ты... Блин, хитрый пес. Ты че с ракетницей ходишь? Я не... Ты где-то в кустах сидишь, я понял. Сидит хитрый, сидит. Уже не сижу. Уже не сидит. Ну, по крайней мере... Короче, не в кустах ни хера, да? В смысле? А, вот ты где! Попал в ракетой! Фига, я тебя не заметил там, прикинь, да, просто... Да, я под водой прямо сидел, короче, и вот прямо из-под воды тебя... Вот ты хитрый, а? Качал. Блин, ну как так-то два выстрела, ты в голову оба. Да? Блин, звучит, да? А, ну я при броне, мы все при броне, так, да, так тут... Так... Подожди, а ты умер, получается? Да, ты меня с ракеты ваншотнул. А, нифига прикол. Вот это да, Иди на старт опять. Ну, я возьму. У тебя тут даже ноутбук есть. А, патроны. Да, это там у меня лежала левая там лут с этого с аирдропа. Ну окей. Так, а наш лут, кстати говоря, мы забираем вот с коробки. Где у нас коробка? Где-то здесь, вот одна коробка. Где коробка? Вот здесь. Мы берем по одной штучке из всего этого. Ну, по одному стаку, скажем так. Так, что, стартами теперь поменяемся? Да, стартами. Что это пахнуло там? Не знаю. Лол. Я не знаю, что это такое. Кто это? На сервере кто-то есть? А, вот чувак бегает. Не, он тебя месит, да? Ну, ё-моё. Фига. Это точно. Вот это внезапно? Ну вот, сорвал нам перестрелку. Сорвал дуэль. Блин, я портнулся к тебе, а ты под текстурой. Я, главное, я на сервере специально проверил, чтобы еще никого на сервере не было. Ну он пришел, а он новый... увидел аирдроп, прибежал. Братан, он затарился в нашем ящике в этом просто. А, то есть пока мы дуэлились. Пока мы первую дуэль проводили, он затарился в этом ящике, а потом пошел убивать. Понятно. Неожиданно. Итак, ребятульки, красотульки, старт 2, раунд 2, счет 1-0.
чтобы ты на лисьих каках подскользнулся. Скользнулся, да? Я понял, значит, что там за лисьи каки у тебя. Я сам проговорился. Вот не Испания, враг мой. Понятно, я вижу твои лисьи каки, так скажем. Угу. Ну, я гранатомет на сей раз брать не буду, а то это уже совсем, знаешь... Что-то, кстати, я как-то не даже... Ну, от этой ракеты реально увернуться, ну, тяжело. Она быстро летит. Да, она скоростная. Да. Так, ну что, где ты там, где ты? Давай, покажись. Нет! Ладно. Ну как? Чё? Это что это было, блин? Это ракета была. Ну это... Сладкая месть. Кажется, я обкакивался. Откуда она летела, я долго не понял. Самое ужасное, что может произойти, когда в тебя летит ракета. Не понять, откуда она летит. А она в тебя летела, ли? Нет. Ну. Но летела она громко. Камни валяются. Эй, напряженность. Не говори. Какая... На кону. Что на кону? Да ничего. Давай, можно договориться. Тот, кто... Ты хочешь, чтобы я с тобой договаривался? Это было неожиданно, я, кажется, обделался. Крался, и тут вижу, как ты крадешься. Ага. Просто всадил в тебя очередь из пулемета. Я сначала думал, чем тебя. То есть я думал сначала ракетой жахнуть, а потом такой думаю, нет. С пулеметом будет пафоснее, да? Да. Просто так. Это было, наверное, страшно, да? Это было, да, я обосрался. Реально. Просто ползешь, и тут на тебе, в тебя, блин, пулеметная очередь зажали. Ну что, это у нас, ребятки, третий раунд противостояния Лиса и Леона. На кону мы и не определились. В тот момент, когда ты определялся, тебя всадили очередь из пулемета, да. Да. Как насчет пиццы? Оу, пицца. Пицца это здорово. Пицца это здорово, да. Проставляется. Окей. Так, поехали. Короче, вот уже я бегаю тут. Господи. Ты уже бегаешь? Да, я уже бегаю, все. Ладно. Я все это время опять стоял. Ну ты не переживай. Ты... Блин, самому бы в лисьи каки не наступить теперь. Да ты где? Не, я их не помню, куда ставил. Лисьи каки. Ага. 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 Черт. Ты че там? Не знаю, так просто что-то промахнулся пару раз. Ну. Ах ты гад, попал! Ну, если стрелять не умеешь, гранатомет тебе в помощь, как говорится, знаешь. Японский бог. Над головой, наверное, да? Да. Прямо на там, да. Так, где у меня? Тоже бы взять какую-нибудь винтовочку модную. Ой! Так, кажется, я нарвался еще на одну лисью каку. Ах ты гад. Лисьи каки, это опасно, да. О! О! Это что это ты? Важно. Это неудавшиеся, так сказать. Ай! А! Меня спасло кровотечение? Да, это кровотечение умер. Охренеть, просто, ты прикинь, как меня просто это спасло, просто реально спасло. Ты мне в спину высадил, и тут просто от кровотечения упал. Лол, это да. Да, это было... Блин, надо больше аптечек. Так, ну что, ребятки, Леон 100 хуй... Прям тут...
Тут нарисован теперь еще один хер, я так понимаю, ты... Я, знаешь, ты вот прям угадал. Я на самом деле хотел, типа, нарисовать там несколько, и, типа, потом в итоге сказать, что их там 100. Ну и ты, короче... Короче, прочел. Да, прочитал. Это у нас получается какой? 4-й раунд. Счет 1-2 в пользу Лиса. Вот, сейчас я тут немножечко... Ну все, поехали, побежали. Так. На самом деле, очень опасно с Лисом воевать. Он у нас милитарист, тот еще. Это как айтишника в одну клетку с бизоном. Как по мне, такое сравнение. Ну, у тебя есть фора, так что, ну, то, что я тебе там... Интересно, где ты? Спавший нихера там и там под... А, то, что ты у нас не отдохнувший, да? Ну, да, да. Понятно. Это так, это прикормочка только что была такая. Прикормка, да? Это блесну так чуть-чуть поддеть, так, знаешь, поплавок, чтобы нормально встал. Ёп. Ну ладно, да. Блин. Опасня. Тю-ля-ля. Ага! 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 Нет, не попал, не попал. Ты тоже не попал. И я тоже не попал, да. До дна. Ну нахрен! В доме он там сел. Parry dislocation. Опасно, опасно. Такие, знаешь... Блин. И каждый раз чисто вот какуля такая, знаешь, от меня отлетает от страха. Попал? Да. Все, кончилось. Добро. Вот это да, вот это на подавление, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Выгодная позиция вообще ни разу. Ну да, есть такое. А с трупа лут считать? Ха! Ну, можешь забрать. В принципе, поле боя. Почему бы и нет? Всякое бывает. Мне уже перехотелось забирать, если честно. Ты запыхтел, потому что побежал, походу. Бежал. Угу. Запыхтел. То есть даже сидя за клавиатурой, можно запыхаться, да, когда да, играешь да, персонажем. Да. Это вообще такое. Опасно, опасно. Блин, а в доме у меня был шанс тебя, конечно, хлопнуть. Был. Ракета. Ну, я просто не приду. Я думал, ты, короче, ты говоришь, передислоцировался. Я, короче, думал, ты убежал прямо уже из дома. Угу. Бежал в другое место. Я, короче, типа... И начал я стрелять, короче, типа... Угадывать пытаясь. Вот. И, короче, я не угадал, куда ты побежал. Поэтому я не попал в тебя там. Ясно, понятно. Блин, сикотно, сикотно очень. Есть немножко. Я периодически слышу, как ты там шуршишь. А еще это мне немножко напоминает голодные игры, как будто бы. Уто! Сука! Отстань от меня! Лисья кака. Какая лисья кака? Это граната была. Ладно. Да, я... Пипец, вот это ты меня на хитрость взял. И ты... Я за табу, ну, я за рашить решил, короче. И я прям, ну, то есть, получается, ты ее куда-то уронил, там, эту гранату, вниз, получается, почти под себя. Угу. Я вот прям уже выходил из-за угла, чтобы тебя, ну, то есть, я уже видел, ну, добычу, уже собирался зажать тебя, но тут, короче...
не пошло. Да, неплохой тактический ход вышел в итоге. Ну что, ребятки, у нас как раз 5-й раунд. Лис и Леон, 100 хуёв. Я просто офигеваю с этих надписей на наших стартовых площадках. Весело, да? Весело, да. И последний решающий, то есть best of 3. Считай, кто победит, тот будет проставляться на пиццу. Вот. И побежали, да? Мы уже бегаем? Да? Не, я только пошел. А, только пошел? Ну, мы побежали. Дал команду, я побежал. А я, блин, видишь, я как-то начинаю, сразу начинаю и начинаю бегать. Что-то такой, вот знаешь, неправильный парень. Что-то я вообще что-то аж вздрогнул, если честно. Страшно было, да. Кстати, ты видишь башню вот эту высокую? Ну, вижу. Вот прям ее видишь, да? Вот сейчас смотри на нее внимательно. Ну почти, да. О, господи. У меня залагало. Ты, я понял, ты победить меня лагами решил, да? Да. Ой, боже, как лагает. Нет. Мама! Мама! Больно такая, господи, боже мой. Я как кролик просто вот. Ну хватит уже. Умри уже! Я мертвый, у меня просто тело, оно орёт. А, ладно. Я просто, оно лежит и там такое кривляется, короче. Хедшот тебя, короче, убил, походу, да? Да. Ну, что ж, капец. Пиццу должен. И кто тебя, конечно, не тянул. Так. Да. Такие пироги, ребятки. Смотри, мы сыграли 3-2 вообще прям вплотную, так вот прям сейчас. И тут уже чисто мне фартануло тем, что я успел пересечь половину поля вперед тебя и выждать, так сказать, момент. Ты мимо просто прошел, и я тебе дал голову. Вот и все. Весело. Вот, что ж, ребятки, на этом всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если хотите еще таких роликов, то пишите комментарии. Всем удачки! Всем тортик! Пока-пока.